الأصل الثاني، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. Вторая основа или второй вопрос, о котором ты будешь спрошен в могиле. ما دينك؟ Какова твоя религия? بماذا تجيب؟ Как ты ответишь на этот вопрос? تقول الإسلام ديني. Ты скажешь, ислам моя религия. أنا مسلم. Я мусульманин. ما هو الإسلام؟ Что такое ислам? الإسلام هو أن تسلم تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة سبحانه وتعالى. Ислам – это когда ты признаешь единственность Всевышнего Аллаха в трех вещах, трех видах таухида. المسلم لابد ينقاد، لابد يعمل. Мусульманин обязательно должен подчиняться Всевышнему, должен совершать деяния. يأتي وقت الصلاة. Например, наступает время молитвы, намаза. ورجل لا يصلي. И человек не совершает намаз. هل أنت مسلم؟ Мусульманин ли он? لابد تصلي. Нет, ты обязательно должен молиться. نعم. المسلم لابد يتميز عن اليهود والنصارى. Мусульманин обязательно должен отличаться от иудеев и христиан. لا يمكن أن يعتقد ما يعتقد اليهود والنصارى. Он не может исповедовать те же убеждения, которые исповедуют иудеи и христиане. يصرح بلسانه أنه مسلم. Он открыто должен говорить своим языком, что он мусульманин. وكذلك يتميز بالجوارح لا يشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في لباسهم. Также он должен отличаться в своих действиях, не должен соучаствовать с неверующими в их празднествах, в их обрядах, в их одеяниях. Религия ислам, она имеет три ступени, три уровня. Первый уровень, первая ступень, это называется она аль-ислам. Второй уровень выше этого называется иман. المرتبة الثالثة الإحسان. Третий уровень называется إحسان. المرتبة الأولى الإسلام. Первый уровень ислам. أركان الإسلام خمسة. Он имеет пять столпов. يعني الإسلام بناء. Ислам это как здание. هذا السقف يقوم على أعمدة خمسة. Вот этот вот свод, это свод этого здания должен опираться на опоры. لو أسقطنا عمود من هذه الأعمدة سقط البناء. Если не будет одной из этих опор, то тогда этот свод он упадет. نعم. المرتبة الثانية. Второй уровень ислама это. الإيمان. Называется إيمان. أركان الإيمان ستة. Вера имеет шесть столпов. المرتبة الثالثة الإحسان والإحسان ركن واحد والله أعلم. Третий уровень называется إحسان и он имеет один столб.